Не бойся, я ангел Божий. Что за звуки? Это звучат святые молитвы. Только они слышны здесь. А чего так слабо звучат эти звуки? А чего так мало их? Ведь народ сейчас молится в храме. Ты хочешь знать? Сейчас ты все поймешь. Ну, тенора орут, басы давят, а регент наш не слышишь, что ли? Вот если бы регентом был я бы вот эти... Опять в новой шляпке? Каблучины какие? Конечно. Может, и на 10 лет младше. Вчера это. Если еще и Lexus купить, налоговая сразу же явится. Если эта дура с начесом еще, ладно. А если этот, полковник отставной, Lexus мне как самолет обойдется по... Она ведь не замужем. Зачем колечко носит? Видишь, как смотрит-то. А может, потом подойти, заговорить. Вот бы жену такую, симпатичную. Сколько ему про Бога можно повторять? Молишься за него, молишься. А у него только чемпионат мира по футболу в голове. Гол, гол. Вот и гол, как сокол. Господи, ты милостивый, спаси, помилуй, исцели моего папку. Боженька, пусть он не пьет, прошу тебя, помоги ему. Видишь эти скорбь и любовь? Прошу тебя, вот молитвы, которые слышны у нас. А люди хоть и в церковь ходят, и, как им кажется, молятся, а только все это пустое. Такие молитвы до Бога не доходят и плода не приносят.
Господи, пожалуйста, помоги. Я так его люблю. Прости меня грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, прости меня грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, каюсь. Господи, каюсь. Господи, прости меня грешного, Господи. Господи, прости меня грешного. Господи, прости меня грешного, что усомнился в милосердии Твоем.